Советский пилот не без удовлетворения подсчитывал пробоины в рухнувшем немецком самолете. Несколько минут назад их сделали пулеметы его истребителя. На фюзеляже двухмоторного самолета стоял код гражданской авиации, но в пилотах, сидящих у машины, чувствовалась военная косточка. От самолета несло горелой пластмассой. Немцы успели сжечь фотопленку. Самолеты-разведчики, летавшие на 10-километровой высоте, обычно оставались незамеченными и безнаказанными. Но тогда, 15 апреля 1941 года, из-за неисправности мотора немецкий Ю-86 снизился и был сбит. На допросах пилоты «Юнкерса» утверждали, что во время полета в районе Кракова они заблудились и потеряли ориентировку. Это звучало очень неубедительно от летчиков, сбитых под Ровно в паре сотен километров от границы. К тому же в самолете нашли карту приграничных областей СССР. Экипаж «Юнкерса» входил в секретную команду «Ровеля», которая уже давно фотографировала советскую территорию, готовя данные для вторжения вермахта в СССР. Через 10 дней после этого события в Москву из Берлина пришло донесение. Его автор, генерал-майор Василий Тупиков, военный атташе СССР в Германии, делал в отчете следующие выводы. В германских планах СССР фигурирует как очередной противник. Сроки начала столкновения, возможно, более короткие и, безусловно, в пределах текущего года. Точную дату германского нападения ни Тупиков, ни другие разведчики весной 1941 года назвать не могли. Рихард Зорге, он же Рамзай, сначала сообщал о начале военных действий после окончания сева, потом в конце мая, затем во второй половине июня. Неопределенность присутствовала и в донесениях остальных разведчиков. Было неясно, состоится ли нападение вообще. Широко распространено заблуждение, что немецкие планы попадали на стол Сталина едва ли не сразу после их подписания. В действительности никаких похищенных планов не было. Информация от агентуры поступала самая противоречивая, а серьезным недостатком в работе разведки перед войной была слабая аналитическая работа. Порой действительно важные сведения терялись в массе второстепенной информации. В апреле 41-го эшелоны с немецкими войсками непрерывным потоком шли на восток. Всего лишь несколько месяцев назад, летом 40-го, Гитлер поставил задачу разработать план войны с СССР. А уже 18 декабря он подписывал директиву номер 21, известную как «План Барбаросса». Позднее в обращении фюрера к войскам прозвучали слова о 160 советских дивизиях на границе, якобы готовых перейти в наступление, что было откровенной ложью. Версия о том, что нападение готовил Сталин, а фюрер лишь защищался, была не более чем детищем геббельсовской пропаганды. Цель войны, сформулированная Гитлером на совещании, звучала куда прозаичнее. Англичан поддерживают только возможность русского вступления в войну. Будь эта надежда разрушена, они бы прекратили войну. План «Барбаросса» гласил: основные силы русских сухопутных войск должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Этими клиньями были танковые группы, объединение танковых, моторизованных и пехотных дивизий. Перед ними ставилась задача глубоких охватов и обходов войск противника с целью окружения. Для войны против СССР создавались четыре таких группы во главе с генералами Клейстом, Гёпнером, Гудерианом и Готом. Конечной целью немецкой операции был захват территории СССР до линии Архангельск-Астрахань.
На итоговом совещании гитлеровские стратеги выразили уверенность, что война с СССР займет 3-4 месяца. Немецкие войска были разделены на три группы армий. Группа армий «Север» должна была наступать на Ленинград. Центр – на Москву. Юг – на Киев и Донбасс. В составе групп армий «Юг» и «Север» находилось по одной танковой группе. В группе армий «Центр» на главном московском направлении сразу две – «Гудериана» и «Гота». Герман Гот, генерал-полковник. В 41-м командовал 3-й танковой группой. Ему было уже 56 лет, и солдаты называли его «Папа Гот». Германия не знала гражданской войны, разделившей общество, эмиграции офицеров и репрессий. В вермахте служило немало командиров с многолетним опытом руководства войсками. Танковые генералы не были исключением. Гудериану было 53 года, Гёпнеру 55, а Клейсту 60 лет. Штабы танковых групп прибыли на границу еще зимой 40-го года и состояли только из группы офицеров со средствами связи. Подход танков планировался прямо перед наступлением. А в первых эшелонах на восток перебрасывались лишь пехотные дивизии. Размещая у границы пехоту без танков, немцы стремились сформировать у советского командования впечатление, что они перед высадкой своих войск в Англии здесь, на Востоке, просто создают заслон. В 41-м году немецкая армия, несомненно, находилась на пике своего могущества. Ее дивизии были укомплектованы по штатам военного времени. После захвата Франции войска интенсивно тренировались, совершенствуя тактику блицкригов, молниеносных войн. В 41-м году значительная часть Красной армии располагалась в глубине страны и содержалась по сокращенным штатам мирного времени. На границе находились только армии прикрытия, не способные отразить сконцентрированный удар главных сил врага. Требовалось 2-3 недели интенсивных перевозок войск, чтобы на границе создать эффективную оборонительную группировку. Перед советским руководством стоял вопрос, когда нажать красную кнопку и начать выдвижение армии к границе. Несмотря на подписание пакта Молотова-Риббентропа, советское руководство иллюзий не питало. В СССР шло интенсивное военное строительство. Армия от 1,5 миллиона человек выросла до 5 миллионов. Но лето 41-го вооруженные силы встречали в разгар реорганизации. Строились укрепления, ремонтировались аэродромы, формировались новые части. Без твердой уверенности в агрессивных намерениях Германии перемещать войска к границе было опасно. Это могло привести к ускорению начала войны, к которой Советский Союз все еще не был готов. А противоречивые данные разведки этой уверенности не давали. В первой половине июня 41-го немцы стали выдвигать границы танковые и моторизованные дивизии, что уже никак не походило на заслон перед высадкой в Англии. Тогда советское руководство предприняло отчаянный шаг. За 8 дней до начала войны в «Известиях» появилось сообщение ТАСС. В английской и вообще иностранной прессе стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией. По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Так, намеками, немцев приглашали сесть за стол переговоров, но ответом стало гробовое молчание германского руководства. И реакция Сталина последовала незамедлительно. Войска, находившиеся в глубине страны, получили приказ выдвигаться на запад. Красная кнопка была нажата. Через 3 дня после сообщения ТАСС Зорге докладывал: «Война задерживается до конца июня». Появилась надежда – успеем. Но было слишком поздно. До нападения оставалось меньше недели. В итоге к 22 июня Красная армия оказалась разорванной на 3 эшелона, разбросанных от западной границы до Днепра. Большая часть войск оставалась в глубине страны или только двигалась на запад. А немецкие войска уже стояли у советских границ плотной массой.
Справка. К началу войны в Прибалтике 21 советской дивизии в первом эшелоне противостояли 34 дивизии немцев. В Белоруссии против 26 дивизий Красной армии стояло 36 немецких дивизий. На Украине против 45 советских дивизий были сосредоточены 57 дивизий вермахта. Красная армия превосходила противника по числу танков и самолетов, но безнадежно проигрывала по числу дивизий, одновременно вступавших в бой. 21 июня немецкое командование, передав условный сигнал «Дортмунд», подтвердило начало операции «Барбаросса» утром 22 июня. Танки, бронетранспортеры, тягачи и автомашины двинулись к границе. Вечером 21 июня немецкие командиры построили своих солдат. Подсвечивая себе фонариками, они зачитали обращение Гитлера. Само существование народа Германии находится теперь в ваших руках. В предстоящей войне солдаты вермахта должны были руководствоваться простыми формулировками, такими как приказ генерала Гёбнера. Борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию и должна вестись с неслыханной жестокостью. Но не все солдаты жаждали принять участие в спасении цивилизации таким путем. Выслушав своего командира, сапер Альфред Лисков бросился к границе, переплыл Буг и сдался советским пограничникам. Запинаясь от волнения, он сообщил, что 22 июня на рассвете немецкие войска перейдут границу. Не успел сапер обсохнуть, как сказанные им слова уже были переданы Сталину. Сходная информация поступила и от советского агента в немецком посольстве Герхарда Кегеля. Утром 21 июня он доложил, что война начнется в ближайшие 48 часов. На срочном совещании в Кремле Жукову, Тимошенко и Ватутину удалось убедить Сталина, что на границе необходимо принимать срочные меры. Была подготовлена и подписана директива о приведении войск в боевую готовность, правда, с оговоркой о возможных провокациях немцев. В начале первого ночи, 22 июня, директиву передали в части. Минск. Ночью в штаб Западного особого военного округа приехал командующий округом генерал Павлов. Его уже ждали командующие армиями. Из Гродно Павлову доложили: «Патроны розданы, занимаем укрепленные районы», докладывал командующий 3-й армией Василий Кузнецов. Кузнецов Василий Иванович, герой Советского Союза, генерал-полковник, участник Первой мировой войны, в гражданскую стал командиром полка. Великую Отечественную войну встретил в возрасте 47 лет, пройдя ее от первого до последнего дня. Слова «возможно нападение» Кузнецова не удивили. По другую сторону границы уже многие часы гудели моторы. Наступало утро 22 июня. Первыми границу СССР пересекли диверсионные группы так называемого учебного полка 800 «Бранденбург» секретного подразделения вермахта. Немецкие диверсанты, переодетые в форму Красной армии, начали захват мостов через Буг. Немецкие самолеты были уже в воздухе. Они летели бомбить крупные советские города и, главное, аэродромы, расположение которых стало известно благодаря разведчикам Ровеля. Внизу на земле боевые действия еще не начались. Немцы понимали, что если бомбардировщики пересекут границу одновременно с началом операции наземных войск, то советская авиация успеет прийти в боевую готовность. Самолеты Люфтваффе шли на восток, навстречу поднимавшемуся солнцу. Наступало воскресенье. В советских школах накануне прошли выпускные вечера. Отзвучали вальсы духовых оркестров, и вчерашние десятиклассники шли встречать рассвет. Юные москвичи, по традиции, направлялись на Красную площадь. Киевляне – на берег Днепра. А в Ленинграде стояли белые ночи. В то утро солнце взошло над Москвой в 3 часа 45 минут.
К этому времени немецкие самолеты уже выходили на боевой курс. Через 15 минут открылись створки бомболюков, и на города посыпались бомбы. Великая Отечественная война началась. Опасения немцев были не напрасны. Командир одного из истребительных полков, капитан Беркель, услышав на границе канонаду, объявил боевую тревогу. И в 4 часа 5 минут три эскадрильи поднялись в воздух, первыми оказав сопротивление врагу и уничтожив в бою три немецких самолета. Аэродром Млынов на Украине стал настоящим кладбищем немецких бомбардировщиков. Здесь эскадра «Эдельвейс» потеряла сбитыми 7 юнкерсов. Советская авиация не была разгромлена в первые минуты войны. Большинство аэродромов выдержали и отбили первый удар. Но следовавшие постоянно одна за одной бомбардировки авиаполки уже не выдерживали. Техники не успевали готовить машины к вылетам. Не хватало заправщиков и боеприпасов. После 4-5 налетов многие авиачасти оказались практически уничтоженными. На многих запасных аэродромах велись ремонтные работы. Их взлетные полосы были перекопаны и заставлены техникой. Поэтому сменить разбомбленный немцами аэродром на запасной советские пилоты не могли. Командующий авиацией Западного фронта в Белоруссии генерал Копец на истребителе облетел аэродромы своих частей. Увидев страшную картину разрушений, после приземления генерал застрелился. 22 июня 1941 года в Белоруссии было потеряно 700 самолетов, что составляло почти половину авиации фронта. На Украине советская авиация утратила около 300 самолетов. Почти 1/6 своего состава. В Прибалтике около 100 самолетов, то есть 1/10 часть. Первый удар немцев оказался сильным, но не смертельным. Военно-воздушные силы Красной Армии продолжали воевать, существенно влияя на дальнейший ход боевых действий. В 4 часа 15 минут вперед двинулись немецкие сухопутные части. В Прибалтике танки Гота за несколько часов прошли 50-70 километров и захватили мосты у Алитуса и Меркене. Воодушевленный Гот писал: «Явилось большой неожиданностью то, что все три моста через Неман были захвачены неповрежденными». Вперед манила еще более заманчивая цель. Из воспоминаний Германа Гота. На самом деле, все стремились поскорее оказаться на пути к Москве. А пока его танковая группа ударила на Вильнюс, что привело к охвату через Прибалтику войск Западного военного округа в Белоруссии. На границе между СССР и Германией находилась точка, развитие событий в которой происходило по непредвиденному никем варианту, наихудшему из возможных. Брестская крепость. В ее казармах разместились части двух советских дивизий, хотя должен был оставаться всего один батальон. Остальные части в случае начала военных действий должны были занять оборону к северу и к югу от крепости. Утром 22 июня дивизии подверглись артобстрелу и бомбежке, и крепость стала для них мышеловкой. Но нарушенными оказались и немецкие планы захвата крепости. Вместо запланированных нескольких часов сражение затянулось на несколько дней.
Гарнизон, разбитый на отдельные группы сопротивления, сражался за каждый сантиметр земли, и порой дело доходило до штыковых атак. Через 4 дня немцы овладели основными укреплениями, и защитники переместились в Кобринское укрепление и в цитадель. Уцелевшие 400 человек под командованием майора Гаврилова отбивали в день 7-8 атак. 29-30 июня немцы предприняли двухдневный штурм крепости и смогли овладеть цитаделью. У осажденных не было воды и продовольствия. Но стрельба в крепости не утихала еще долго. Лишь через месяц боев, 23 июля, немцы смогли взять в плен раненого Гаврилова. Доктор Воронович, лечивший майора, вспоминал, что истощенный, почти в бессознательном состоянии пленник не мог даже глотать. У него не хватало на это сил. Но немецкие солдаты рассказали, что всего час тому назад майор в одиночку вел с ними бой и, бросая гранаты, убил и ранил нескольких солдат. Гаврилов Петр Михайлович. Герой Советского Союза. Майор. В плену содержался в лагерях Хамельбург и Равенсбрюк до мая 1945 года. После освобождения восстановлен в армии в прежнем звании. Свою семью нашел лишь в 1955-м. Звание героя получил в 56-м. Похоронен в Бресте. Обойдя Брест, танковая группа Гудериана форсировала Буг и устремилась на восток. Одним из немногих преимуществ приграничных армий СССР были танки механизированных корпусов. В западных округах их насчитывалось около 10 тысяч. Подвижность танковых войск позволяла быстро выдвигать их на направление ударов врага. Однако для советских легких машин Т-26 и БТ такие контрудары оказались убийственными. Танк Т-26 имел лобовую броню всего 15 мм, БТ – 22 мм. Она легко пробивалась немецкими орудиями. А 45-миллиметровые пушки советских машин не могли поразить большинство танков противника в лоб, кроме как выстрелом в упор. Изготовленные по неправильной технологии снаряды просто раскалывались от удара по немецкой броне высокой твердости. Результаты танковых сражений шокировали. На второй день войны под Пружанами в бою сошлись советская и немецкая танковые дивизии. Сражение превратилось в избиение. За несколько часов были подбиты и сгорели более 100 танков Т-26. На третий день войны в бою под Войницей Красная армия потеряла около 150 танков Т-26. На четвертый день войны в Прибалтике у местечка Пошили танки БТ нанесли контрудар. За несколько часов боя в 28-й танковой дивизии из 130 танков осталось только 50. Все, чем гордились в предвоенные годы, горело ярким пламенем с густым черным дымом. Справка. Для войны с СССР немецкое командование выделило 4078 танков и самоходных артиллерийских установок. Половину из них составляли устаревшие и легкие танки. Новых танков Т-3 и Т-4 было только 1404. Танковая дивизия вермахта в своем составе имела 200 танков и 2147 автомобилей. Советская – 375 танков и всего лишь 1360 автомобилей. Из-за нехватки транспорта и уничтожения немецкими танками тылов советские части не успевали подвозить горючее, боеприпасы и запасные части, что приводило к огромному количеству небоевых потерь в танковых частях Красной армии. Немецкие танкисты шли в бой уже в полной уверенности в своем превосходстве, как вдруг столкнулись с неожиданно сильным противником. Бой у местечка Радехов. Танкист 11-й танковой дивизии Густав Шродек. Мы посылаем им первый снаряд. Первое попадание в башню. Второй выстрел и новое попадание. Головной танк невозмутимо продолжает движение. Но где же превосходство наших танков? Нам всегда говорили, что достаточно лишь плюнуть из наших пушек. Танкисты вермахта докладывали, что во время одного из танковых боев в Прибалтике немецкие снаряды просто отскакивали от новых советских танков.
Под рассеянием советские тяжелые танки выдерживали множество попаданий, врывались на вражеские позиции, давили гусеницами орудия, тягачи и грузовики. Немецкая разведка не располагала данными об этих танках. С большим трудом атаки невиданных монстров удавалось отбить с помощью мощных 88-миллиметровых зенитных пушек, бивших прямой наводкой. Новые советские танки назывались КВ и Т-34. Было бы заблуждением считать, что они были неуязвимы. Уже в первые дни войны немцы располагали средствами для борьбы с ними – бронебойными подкалиберными снарядами. Справка. В подкалиберных снарядах использовались высокопрочные сердечники из вольфрамового сплава. При попадании в броню легкий корпус снаряда оставался снаружи, а сердечник пробивал ее, проникая внутрь танка. Эти снаряды позволяли немецким танкам поражать советский КВ с 200, а противотанковым пушкам с 400 метров. Т-34 был уязвим с больших дистанций. Однако КВ и Т-34 оставались серьезным аргументом в руках советского командования. Третья армия Кузнецова у Гродно стала единственной, встретившей немцев артиллерийским огнем. Действия войск Кузнецова сковали крупные силы немецкой 9-й армии. Немецкий генерал Отт отмечал: «Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности, но теперь это недопустимо». Генерал-лейтенант Кузнецов был и первым, кто нанес танковый контрудар. Советский 6-й механизированный корпус насчитывал почти 1000 танков, в том числе 350 Т-34 и КВ. Направление его использования следовало выбрать немедленно. И когда разведка донесла о сосредоточении немецких танков у Гродно, где действовала армия Кузнецова, командующий фронтом Павлов без колебаний направил мехкорпус туда. Справка. 6-й механизированный корпус прекратил свое существование, так и не проявив своих высоких боевых возможностей. У танков попросту закончилось топливо, а взять его негде. Советские тылы были разгромлены. Когда немцы окружили корпус, танкисты взорвали уцелевшие танки. Позднее стало понятно, что у Гродно находилась только пехота немецкой 9-й армии. И пока 6-й мехкорпус таранил ее позиции, танки Гота беспрепятственно шли на Вильнюс. Немецкий удар по аэродромам лишил советское командование в Белоруссии авиации как средства разведки, и немецкую группировку в районе Бреста Павлов оценил всего в 1-2 дивизии. Но ранним утром 3-го дня войны под Слонимом в офицерской машине разбитого немецкого моторизованного отряда обнаружили штабную карту. Прошли сутки, прежде чем этот документ попал в штаб фронта. Бывшему танкисту Павлову хватило одного взгляда на трофей, чтобы понять свою страшную ошибку. Вместо 1-й танковой дивизии из Бреста на Минск и Бобруйск двигалась вся 2-я танковая группа Гудериана, 3 корпуса, каждый из которых имел в своем составе несколько танковых и моторизованных дивизий. Это означало угрозу окружения для большей части войск всего Западного фронта. Павлов принял решение немедленно. Отдал приказ об общем отходе на восток. Но было поздно. Танки Гудериана ворвались в Слоним, перекрыв единственное шоссе Белосток-Минск. В лесной и болотистой местности Белоруссии контроль даже 1 шоссе приобретал ключевое значение. Других дорог для отступления здесь просто не было. Справка. Основой ударных группировок немцев были танковые группы. Стремительно продвигаясь вперед, они взламывали оборону Красной армии или просто обходили ее. Танки устремлялись прежде всего в тыл советских войск, главным объектом операции. Чтобы не стать мишенью для советской авиации, немецкие танки ни на сутки не задерживались в захваченных населенных пунктах. После подхода пехоты танковые соединения перегруппировывались и вновь продолжали движение на восток, пока хватало топлива и снарядов. Колонны бронированных машин сопровождали механизированные группы на автомобилях и мотоциклах. Обычно мотоциклисты выдвигались вперед, произведя разведку и завязывая бой с обнаруженным противником.
хорошо организованное взаимодействие с авиацией позволяло немецким танкистам двигаться вперед почти беспрепятственно. Командующие 2-й и 3-й танковых групп Гудериан и Гот стремились к Москве. Но пока оба получили однозначный приказ. Главная цель – Минск. И здесь проявился различный подход двух генералов к выполнению приказов сверху. Гот поворчал, но на Минск повернул. Тогда как Гудериан продолжил движение на восток, направив к Минску лишь часть войск. Город бомбили с первых дней войны. Минск горел, и небо сплошь затянуло дымом пожарищ. Надежду на успех обороны давали старые укрепления к западу от Минска, часть так называемой «линии Сталина». Справка. Линия Сталина. Названная так немецкой пропагандой и западной прессой, система оборонительных сооружений на старой границе СССР. Она состояла из ряда укрепленных районов, протянувшихся от Карельского перешейка до Черного моря. Укрепрайоны с казематами для артиллерии и пулеметными дотами имели протяженность от 50 до 150 километров. В 1939 году, после присоединения к СССР новых территорий, вооружение с линии Сталина сняли и в 300 километрах западнее начали возводить новую – линию Молотова. Однако к началу войны ее строительство закончено не было. Повинуясь приказу, Гот бросил главные силы на Минск. Но взять город сходу не удалось. Одна из немецких дивизий прорвалась через незанятый участок линии Сталина, но была контратакована. Ее передовые части даже оказались в окружении. Остальным войскам, как писал позднее сам Гот, пришлось с тяжелыми боями прорваться через линию укреплений на шоссейной дороге. Но отработанная годами немецкая тактика приносила свои плоды. На поле боя немецкий танковый батальон строился так называемым клином. Чаще всего к противнику было обращено не острие, а основание клина. Особенность такого построения – узкий фронт атаки. На ширине всего лишь в километр атаковало сразу 50-60 танков. В обороняющейся советской дивизии образца 41 года противотанковые пушки равномерно распределялись по фронту, поэтому на участке атаки оказывалось всего 5-10 орудий. Вражеские танки своей массой просто давили эти несколько пушек, а затем, поворачивая вправо и влево, атаковали оборонительную линию во фланг и тыл. Для советских войск ситуация осложнялась техническими проблемами. 45-миллиметровые противотанковые пушки пробивали лобовую броню немецких танков только с предельно малых дистанций. Более мощных 76-миллиметровых пушек не хватало. Результат был предсказуем. Через два дня боев немцы сломили сопротивление советских частей в дотах под Минском. И 28 июня фашистские танки вошли в город. Павлову оставалось лишь обреченно смотреть на неизбежное окружение. Сейчас, спустя много лет, Павлова можно упрекнуть во многом, что он не сделал. Однако командующий сделал один важный шаг – отдал приказ отходить, когда угроза окружения только обозначилась на карте. Многие бойцы и командиры получили шанс остаться в живых. Войска от границы двигались в направлении Минска. О сдаче в плен никто не думал. Части сохраняли порядок и управляемость. Отступала и 3-я армия Кузнецова. Не отставая ни на шаг, ее преследовала немецкая пехота и атаковала авиация. Ситуация ухудшалась и наличием так называемого «бутылочного горла» в районе Волковыска. Здесь при движении с запада на восток количество дорог и переправ уменьшалось. Войска Кузнецова двигались быстро. Попытка немцев перехватить части на пути к Волковыску не удалась. Подразделения Кузнецова выбили с переправ на Немане немецкие передовые отряды. Но преодолев бутылочное горло, советские части оказывались зажатыми между двух немецких танковых групп в районе к западу от Минска. Из одного окружения войска попадали в другое. Под Минском остатки армии Кузнецова соединились с защитниками города. В штабной землянке состоялось совещание. Что дальше? Предложение перейти к партизанским действиям Кузнецов отклонил. Сложнее оказалось сделать правильный выбор из двух вариантов. Прорываться на северо-восток через войска Гота
или на юго-восток, где располагались части Гудериана, остановились на втором, более коротком направлении к своим. Если бы Гудериан проявил в выполнении приказов командования такую же настойчивость, что и год, то шансы советских частей на прорыв оказались бы ничтожными. Однако Гудериан грезил о Москве, и главные его силы уже ушли на восток. Оценивая действия Гудериана, год был крайне резок. Вторая танковая группа не выполнила свою задачу замкнуть кольцо окружения. Построение немецких частей на юге и юго-востоке котла было неплотным. Не по дорогам, а через леса и болота на Лебокской пуще, не имея боеприпасов, остатки армии Кузнецова пошли в прорыв и сумели вырваться из кольца. Но фронт уже откатился далеко на восток, и впереди войска Кузнецова ожидали недели скитаний по лесам. Прорыв из окружения летом 1941 года оказался редкой удачей. В котле под Белостоком и Минском осталось 270 тысяч солдат и командиров Красной армии. Советские части пытались пробиться через Бутылочное горло, яростно атакуя немецкие заслоны. Однако численное превосходство немцев сделало свое дело. Через две недели после начала войны сопротивление окруженных войск было подавлено. Первое крупное поражение сильно ударило по репутации Красной армии и государства. Были арестованы командующий Западным фронтом генерал армии Павлов, начальник штаба фронта генерал-майор Климовских, командующий 4-й армией генерал-майор Коробков и еще несколько человек. На допросах Павлов своей вины не признавал, ссылаясь на объективные причины. Допущенные Павловым ошибки типичны для советских командующих того периода, но в случае пристрастного подхода они могли восприниматься и как предательство. Арестованных военачальников признали виновными и расстреляли. В первую неделю войны на Юго-Западном фронте в Украине обошлись без крупных окружений. Немцы пробили здесь только на 150-170 километров. Но катастрофа в Белоруссии заставила Юго-Западный фронт отдать последние резервы и отступить к линии Сталина и Днепру. Успехи в приграничных сражениях дали повод германскому командованию чувствовать себя победителями. Тысячи пленных, захваченные советские танки и орудия, казалось, кричали о победе. Начальник генерального штаба Германии Франц Гальдер писал: «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней». Следующей целью немцев стал Смоленск. Однако все оказалось не так просто. Обнаружились факторы, первоначально недооцененные немцами. Первый, перешедшие границу компактной массой немецкие войска оказались разбросаны на пространстве от Прибалтики до Украины. Второй фактор – в бой вступили советские армии внутренних округов. Они не успели к границе, но теперь были готовы дать сражение на Днепре и Двине. Танковые группы Гота и Гудериана двинулись на восток. Перед ними стояла задача прорваться далеко вперед и встретиться восточнее Смоленска. Но повторить под Смоленском успех Минского котла им не удалось. На этот раз дело объяснялось не своеволием Гудериана. Моторизованные корпуса попали под удары прибывших на фронт новых советских армий и перешли к обороне. Вскоре пришлось обороняться и Готу. Его войска оставили Великие Луки. Это был первый крупный советский город, отбитый у немцев. Уйдя вперед и оставшись без поддержки пехоты, танковые группы вермахта оказались под угрозой разгрома. Переломить ситуацию немцам удалось лишь с подходом пехоты полевых армий. Кризис переживала и группа армий «Север». Наступление на Новгород остановилось. Более того, немецкая 8-я танковая дивизия под Сальцами на подступах к Новгороду оказалась в кольце и была вынуждена пробиваться из окружения. Из дневника немецкого офицера: «Нет чувства, что мы вступили в побежденную страну, которую мы испытывали во Франции. Вместо этого сопротивление, постоянное сопротивление, каким бы безнадежным оно ни было». К августу Красная армия обрела некоторую устойчивость положения.
стабилизировалась линия фронта, ставшая спасением для многих мелких групп советских окруженцев. Спустя месяц после прорыва под Минском и скитаний по лесам вышла к своим и группа Кузнецова. Таких групп численностью от нескольких человек до 1500 бойцов летом 41-го было множество. Они стремились перейти линию фронта, чтобы продолжить вооруженную борьбу в действующей армии. Гудериан готовился к новому броску на Москву. 21 августа его части уже заняли исходные рубежи у Стародуба, но в тот же день вышла директива Гитлера, вызвавшая шок среди командного состава армейских групп. Генерал Гальдер определил ее как решающую для всей Восточной кампании. Вермахт временно отказывался от наступления на Москву. Гот получил приказ повернуть на север в направлении Ленинграда и идти на помощь Гёпнеру. Гудериану предписывалось двигаться на юг, чтобы взять в кольцо советские войска в Украине. Гудериан вылетел в Берлин и добился аудиенции у Гитлера. Он уговаривал, требовал и доказывал, что наступать нужно на Москву и наступать немедленно. Из воспоминаний Гудериана. «Я указал на тяжелые последствия, которые должны возникнуть в случае, если операции на юге затянутся. Тогда уже будет поздно наносить удар в направлении на Москву в этом году». Фюрер и командование остались непреклонны. Был уже конец августа, когда танковая группа Гудериана двинулась на юг, в тыл Юго-Западного фронта. В это время южнее Киева, на левом берегу Днепра, немцы уже захватили несколько плацдармов. Но пока до любого из них Гудериану еще предстояло дойти. После выхода из окружения генерал Кузнецов возглавил 21-ю армию, которая и заняла позиции на пути 2-й танковой группы. Советское командование стояло перед выбором – удерживать оборону по Днепру или же заблаговременно отойти дальше на восток и выровнять линию фронта. Рубеж на Днепре был слишком сильной позицией, чтобы ее просто бросить. Строить оборону в чистом поле заведомо труднее, чем на берегу крупной реки. Целесообразность отхода рассматривалась только в самом крайнем случае. Разведка следила за передвижением немецких танков, и в конце августа риск еще казался оправданным. Главный противник Юго-Западного и Южного фронтов, 1-я танковая группа Клейста, в конце августа находилась далеко на юге, в низовьях Днепра. Поворот дивизии Гудериана советская разведка также заметила. Красной армии в августе-сентябре 41 года катастрофически не хватало танков. Мехкорпуса сгорели в огне первых месяцев боев, и бороться с немецкими танковыми дивизиями фактически было нечем. Так в 21-й армии Кузнецова осталось всего 16 танков. В начале сентября войска Гудериана, прорвав оборону 21-й армии, с боями двинулись на Лохвицу, городок в 200 километрах к востоку от Киева. Гудериан заходил в тыл войскам, обороняющим столицу Украины. Казалось, настало время отдать приказ Юго-Западному фронту отходить на восток. Однако разведка еще не располагала данными о сложившейся в последние дни ситуации, и советское командование медлило с разрешением. А в это время в районе Кременчуга немцы существенно усилили занятый плацдарм. Через Днепр был построен грандиозный наплавной мост длиной почти в километр. Первая танковая группа Клейста от низовьев Днепра форсированным маршем вышла к Кременчугу. Ночью под проливным дождем группа переправилась через Днепр и вышла к уже захваченной Гудерианом Лохвице. Приказ отходить запоздал. Все силы Юго-Западного фронта под Киевом оказались в окружении. Киевский котел поставил мрачный рекорд, став крупнейшим окружением за всю историю войн. Согласно подсчетам штаба Юго-Западного фронта, в окружение попало 532 тысячи человек. Из них примерно 15-20 тысячам бойцов удалось вырваться. Бои в Киевском котле продолжались до конца сентября 41 года. Своеобразным символом катастрофы стал показатель захваченных немцами советских танков. Их было всего 50. В это время группа армий «Центр», лишенная поддержки танков Гудериана и Гота, отражала удары советских войск в районе Смоленска.
В этих боях рождалась Советская гвардия. 6 сентября за освобождение города Ельни 100-й стрелковой дивизии было присвоено звание 1-й гвардейской. Бои шли по всему фронту. Год позднее писал. Имелись значительные потери, особенно заметные в нижнем командном звене. Урон был больше, чем во время предшествовавших наступательных боев, а восполнялся он лишь частично. Шел уже 3-й месяц войны из тех 4, которые вермахт отвел на войну с СССР. Силы немецких подразделений таяли, и перспективы выполнения задач «Барбароссы» становились все более туманными. Положение Красной армии тоже оставалось критическим. Окружение Юго-Западного фронта заставило латать дыру во фронте, а наступательные бои под Смоленском истощили не только противника, но и советские дивизии. Еще гремели последние бои с окруженными под Киевом советскими частями, а танковые группы Гудериана, Гёпнера и Гота уже вновь нацелились на Москву. Пройдет всего несколько месяцев, и Гудериан будет отстранен от командования. Гёпнера снимут с должности с формулировкой «за трусость и неподчинение приказам». В строю останется только папа Гот. А генералу Кузнецову предстоят наступления под Москвой, бои под Сталинградом, на Донбассе и в Прибалтике. Весной 1945 года 3-я ударная армия под его командованием будет штурмовать Берлин и Рейхстаг. А 1 мая 1945 года бойцы 150-й дивизии 3-й ударной армии генерала Кузнецова, Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария поднимут над Рейхстагом знамя победы. А пока шел 3-й месяц войны. До битвы за Москву оставалось буквально несколько дней.